известно, что экзамены расшатывают нервы и портят настроение. Причем как экзаменаторам, так и их жертвам. Члены приемной комиссии фонда Людмилы Зыкиной, напротив, на судьбу не жалуются. И это при том, что на предмет наличия голоса, слуха, артистизма и прочих талантов они за один день прослушали добрых две дюжины человек. У меня настроение хорошее, мне хочется петь, мне хочется жить. И самое главное, вот хочется с ними заниматься. Так зачем же откладывать занятия на потом? Тем более, если личным примером вдохновляет такая артистка. Уже на приемном экзамене абитуриенты постигают важнейшее из искусств. Каковым для актера является искусство перевоплощения. Будущим Качаловым предоставляется возможность разыграть мизансцену, научиться обращаться с реквизитом и даже признаться в любви незнакомой девушке, тоже абитуриентке. И все-таки у стороннего наблюдателя возникает вопрос, а нужен ли нам еще один питомник актеров музыкального театра? Ведь говорят, что их у нас и так перепроизводство, а напористый мюзикл все равно вскоре вытеснит все прочие жанры. Сейчас я прихожу на мюзикл, и я смотрю, на сцене много народу, и все прыгают, и все кричат, но хоть один из них личность нет, а мы готовы личность. А спрос на штучный товар неизменно велик. Так что желающих, как всегда, много. А вот актеров по-прежнему не хватает. Лада Аристархова, Анна Куранова, служба новостей телеканала «Культура».